вами Император Прайм 6 династии Цзин. Сегодня я вам на канале покажу один из боев на реакторе на БМД-4, на котором, в принципе, ну, я бы сказал, да, скиллованный, нехреновый такой бой. Вот, как вы видите, мы наблюдаем мою БМДшечку. Как вы видите, в этой БМДшку, в принципе, на самом деле, ее разнести можно в пух и прах, короче. А, кстати, могу отметить, как один из людей, который смотрит меня, написал, что тема там была об арте, но также говорил о всяких ББМах и все остальное. Что играть на ББМах надо охренеть, какие мозги иметь. Занимать позиции, смотреть на миникарту, где прикрывать, где работать в дураме, где с автопушки, где сделать подсвет. То есть это такая машина, очень сложная на самом деле, многофункциональная, что для некоторых это машина, которая должна как ИТ, например, как 120-й, там, Чинтавра Б1, стоять в кусту, и я сам себе свечу, я стреляю и работаю в турами и всем остальным. Вот весь, короче, геймплей, да, который у нас есть. Все, больше у нас ни хрена нет. Ну, вроде ничего сложного. Все ставят так в кусту и весь будет стоять. Но, увы, на самом деле нет. Короче, как вы видите, ребята, что у нас происходит? У нас, короче, такая фишка происходит. То, что, блин, просто, блин, вот, просто ДЦПшник, смотрите, просто уже я начинаю с самого начала даже троллить. Вот, смотрите, стоит, смотрите, как оно стоит на Т-80, это жесть, я даже, у меня слов нету. Вот еще один, смотрите, смотрите, он двигает пушкой, видите? А ну подвигай, красавчик. Вот он, короче, занял позицию, смотрите, видите, двигает, ну видно, что он двигает, что это. Вот пацан занял позицию, вот видно, башня крутит. Но мы вернемся, ребят, дальше. Т-80 спрятался, все спрятались, в общем, короче, просто геймплей просто шикарен, у меня слов нету. Все встали на ОБТ, и что у нас получается? Даже вот 100, какой там, а, Б1, да, стоит, 120-й. Вот, 120-й, походу, АФК. Короче, жесть, минус 3 танка у нас в бою. То есть, реально уже минус 3 танка. Это бесполезно, Т-80, 72-ка и 120-й, это уже все, короче. Даже арта пишет, что я с ботами не играю больше в бою. И мы будем тащить бой. 12-15 счет. Уже все. Уже минус 3 танка и минус 3 еще там. То есть вообще не с кем играть. Просто не с кем играть. Вот реально тут скилл, потому что ну ты тащишь. Ты тащишь и все. Что я наблюдаю? Наблюдаю, короче, 72-ку. Ставлю метку. Пускаю в тур. 693. Вот уже 2 пура мне вошло, короче. Точнее, я отправил 2 тура, 1378 парни, и танкую, танкую, как бы, блин, хотя танковать толком и нечем, но мы прячемся. Прячемся за всякими холмиками вот этими, используем их для того, чтобы вовремя откатиться. Конечно, классно было, когда БМД-4 была скорость, задом и вперед, назад, одинаково. Теперь, увы, назад она очень такая уж радостная. Что мы видим? БМД-4, начинает он по мне работать, забираю его в туром. Теперь дальше смотрим ситуацию. У нас ситуация такова, что у нас там будет пацанов внизу. Кстати, один из новаков, ну я с ним не во взводе, но, кстати, один из новаков моих и пытается убить. Смотрите, что я делаю. Я под таким углом чуваку сандалил просто в туром. Но что у нас происходит? У нас, короче, смотрите, он уходит. Он уходит и все. Я понимаю, что там ВБЛ-ка, он будет ВБЛ-ку трамбовать, и я просто делаю сумасшедшие вещи и просто начинаю трамбовать чувака, спасать ВБЛ-ку. По мне артиллерия, 203 хп, просто шикарно. На ходу, смотрите, в туром, резко на автопушке и просто начинаю делать вещи. А что еще остается? Трамбую сколько могу, ухожу. Ухожу, потому что ничего не остается. Он допускает. На пур резко перехожу, потому что хопа, и сразу же слету туром забираю. Но, ребятки, не забываем, что у нас, смотрите, вот еще один шикарный пацан, который контролит ВБЛ-ку нашу. 8-11 счет. Ну, слив, плюс не забываем о нашем волшебном Т-80. А
72-ка вообще, походу, уже подохла. Да, я даже не вижу, кто там на базе, но тем не менее, вообще жестяк. И видите, у нас, короче, тут вот все, леопард, хотя можно было накидать ему, я вот как раз решил тут ему накинуть пару плюх, думаю, сейчас засвечу. И такая фишка, что, блин, а тут справа, смотрите, ой, ПТ-02, боже, челленджер, стингрей, а тут и челленджер, я, короче, буду прострелен, ну мне хана, короче, мне хана, я вздох сейчас моментально, просто все, я решаю, что нет. Ой, боже, а тут лав 600 и арта. Капец. Фу, как повезло, что лав 600 просто, короче, вот такой вот шредер стоит здесь, красавчик. Я просто ему делаю курон. Забираю минус 2 фрага, 4 в копилке и 6300 дэмэджа. Делаю счет 8-7. Заметьте, 8-7. Пытаюсь посмотреть, кто там на горке у нас, да, рулит, катит там. Надо заценить. Но, оказываюсь, в засвете. И меня не пробивает ПТ-02. И я просто в шоке. Это просто, пацаны, какая-то везуха была. Что танк без брони меня ПТЛ не пробил. 7-6 счет. Т-80 на базе, как всегда, и стоит. Что тут, в принципе, смотреть? Стоит на базе и все, короче, пацан. И вижу челленджера. Запускаю ПТУР. Веду 615, заряжаю второй тур, веду, красиво веду, 568, да, туры стали слабее, чтобы быстрее его набрать, перехожу на автопушку, хопа, и опять на птур, 7-4, вроде бы все круто, да, вот реально, вроде круто, но тут у нас опасно, на самом деле, очень опасно, вот. Реально просто не затащит, потому что челленджер нормально, ПТЛ-ка, блин, поразрывают всех. У нас тем более там боты, тем более счет вы видели. 7500 дамага несчастный. Что тут делать? В общем, короче, так все напряжно становится, что прям капец. А тут ПТЛ. Блин, я ничего не смог сделать. Тур пустил, конечно, но это мне не помогло. И меня начинает раздражать ПТЛ. 0-2, и мне как-то надо его ушатать однозначно. Но надо пропасть за света и объехать таким способом, чтобы он не ожидал с этого момента, что я здесь выйду. Выцеливаю, где ты, дружище? Стою. Ну, дружок, где ты? Мы сейчас переедем чуть дальше. Хотя он подумает, что я там где-то стою, левее. Так, посмотрим. Я думаю, можем сюда. А вот здесь, красава. Смотрите, на. И я сразу на автопушку. Просто на автопушку. Веду до самого конца. Да, получил плюху 520, а что сделать? Ктур и автопушка сделали все вещи. 6-2 счет, 8-800 дэмэджа, 5 фрагов. Учитывая, что, конечно, еще челленджера 6 меня забрали. Немножечко я не добил, короче, но тем не менее. Челленджер стоит на мосту, вообще непонятно, что он там делает и нахрена он это делает там. Боже, вижу, бросаю ктур. Прям только вижу хвостик чувака и просто накидываю еще. Ну. 9500 дамага. Красава. Едем дальше. Ну и что, парни, врываюсь. И просто втором разрывает. 6 фраг. Вот так вот. И у нас победа, ребятки. Ну и что теперь? Остается нам единственное посмотреть на результаты. И очень сливной бой. Смотрим на результаты, ребятки. Что у нас и как получилось. Конечно же. Итак, ребят, камера, конечно, подвисает, загрузка влияет на камеру, видно, что я там слегка подвис, потому что в момент загрузки камера, конечно, влияет на вот эту, блин, загрузку процессора, жестко, конечно, на систему дает. Но, тем не менее, что у нас получается, ребят? У нас получается, короче, 9600 с копейками, в общем, короче, практически 10 тысяч дамага. Медальки тут всякие, разведчик, золотая медаль, контейнер платиновый, также у нас, как вы видите. Хочу отметить. Да, вот эту волшебную кепку. Какая у нас команда. И вот тот Т-80, который вот просто 286 на базе накидал. 120-й, который на базе, смотрите, стоял.
просто пацаны молодцы. Ну что я могу сказать? Молодцы, сливной бой, просто, просто вот, вот затащил и все, нет, слов, в принципе. Поэтому видео у нас все будет насильно, нормально, короче. Просто, просто круто, ребят. Вот такой, короче, у нас BMD4 на сегодняшний день, так что, что я могу сказать? Подписываемся на канал, с вами был Оператор Prime, до следующих видео с Надимом, всем пока!